Всем привет! Ну что, сегодня такая тема про деньги. Что такое деньгоприносящие действия? Как мы их вообще делаем в команде? Ну и вообще, в общем, эта тема, она подходит, собственно говоря, для всех. Она подходит и для сетевиков, она подходит и для бьюти-мастеров. То есть каждый человек пытается на своем месте заработать чуть больше, да, если он к тому же работает на себя. Ну, то есть человек, который работает где-то на каком-то предприятии или там, да, в какой-то организации, он своими действиями в принципе не может никак повлиять на свою зарплату. Вот тут есть оклад, есть авансы, есть там премия и все на этом, да. А те, которые фрилансеры, это те люди, которые работают на себя, они каждый день должны делать какие-то деньгоприносящие действия. Так вот, что делаю я? Как начинается мое утро и мой распорядок дня? Ну, во-первых, это ведение своего чата. То есть прокачка своего чата о здоровье – это мои деньгоприносящие действия, которые я делаю ежедневно. Там я не только должна дать какую-то информацию, акции, какие-то скидки и все на этом. Как я вижу у многих, даже из-за любопытства захожу иногда к некоторым девочкам в их группы, которые оставляют ссылки здесь. Я захожу посмотреть, вдруг для себя я что-то могу найти нового, какую-то фишку для себя взять. Ведь мы все время обучаемся. Ничего нового я там, зачастую не могу взять. Фишек, собственно говоря, никаких нет. А вижу одно и то же. Если я захожу к девочкам из своей бывшей компании, меня умиляет, что даже сейчас, я уже практически полгода не там, да, и еще почти полгода я вообще не вела никакие свои чаты, потому что мне стало это скучно, грустно. И, было уже, неинтересно. Прошел уже почти год с моего активного ведения чата. Но в чатах ничего не изменилось. Что я вижу в чатах? Доброе утро, картинка, акции. Все. И получается, что как будто бы в компании, кроме акционных продуктов, продуктов больше нет. Ну, они же есть на самом деле, да, и их очень много. Но таким образом клиенты начинают покупать только продукты, которые по акции. И могут ждать месяц, два, три, четыре, когда их любимый продукт будет по акции. Это вообще никак не прикольно. Вот. Поэтому я в своем чате прокачиваю какой-то продукт, рассказываю и стараюсь быть настолько интересной, чтобы мои любимые люди из моего чата меня не бросали, а с удовольствием заходили в чат и какую-то информацию интересную для себя брали. А это самое главное деньгоприносящее действие – прокачка чата. Ну и наполнение своего чата другими людьми, новыми. То есть это вот. А вы делаете такое действие? Ведь бьюти-мастера, для того, чтобы заработать больше бьюти-мастеру, что нужно делать, да? Это либо, три каких-то действия, да? Либо это он должен очень сильно постараться и сделать свою услугу настолько качественной и классной, да, чтобы поднять цены. Второе действие – он должен найти где-то своих других клиентов, да, которыми он тоже будет делиться этой своей услугой. Еще одно действие – он может еще какую-то одну услугу взять, научиться ей, приклеивать, наращивать ногти и там наращивать ресницы, да. Но вопрос тут очень сильно у меня есть. А где взять столько времени, чтобы и ногти наращивать, и еще ресницы приклеивать, сделать там татуаж, да. То есть это вопрос времени, это ладно. А другой вопрос еще, согласен ли клиент все эти услуги сделать в один раз?
и вообще потянет ли он финансово. Вот. Но вы можете расширить свой спектр за счет другого. Это качественно вести базу клиентов. Кстати, у нас есть девочка, которая, она шикарно ведет свой чат, и она очень шикарно вообще свою базу клиентов собрала, и на этой базе еще один доход свой получает. Ну, это одна девочка, да, другая девочка, визажист тоже, ну, как бы очень много, к тому же у нас в команде две девочки завоевали призовые места в бьюти-конкурсе, и, ну, если честно, я не вдавалась в подробности, но знаю, что эти призовые места в нашей команде, и это очень-очень сильно круто. Поэтому расширить свой финансовый вот этот потолок можно только вот этими способами, да, то есть, ну, никак нельзя увеличить свой доход за счет того, что вы будете обслуживать больше клиентов. Но это просто физически невозможно. Ну так вот, как может сетевик, да, расширить? Только делая деньгоприносящие действия. Это рекрутинг. Рекрутинг решает все, говорят. И даже для того, чтобы пробить финансовый потолок, тоже нужен этот рекрутинг. А вот как рекрутинг делать с кайфом, да? То есть, когда вы заряжены какой-то положительной энергией, и вы все делаете с кайфом, это приносит за собой поток новых просто клиентов, которые хотят повторять эти действия. И вот уже сегодня стартует у нас в команде марафон деньгоприносящих действий. Он будет очень крутой. Он будет у нас до конца месяца. Он будет в очень интересном формате. И когда ты понимаешь, что ты должен делать каждый день, это очень подстегивает. А если ты еще и понимаешь, что ты можешь оттуда вылететь за то, что ты что-то не сделал, это в два раза больше подстегивает и сильнее. Потому что такие знания получить бесплатно, ну, это дорого стоит. К тому же я точно знаю, да, что просто вот такие марафоны, такие обучения, они стоят и 10, и 15, и 20 тысяч. А здесь еще марафон, когда ты понимаешь, что он с обратной связью, то есть тебя человек, наставник, берет за руку и проводит до результата, только от тебя нужно твое желание делать ежедневные действия. Они совершенно простые, они абсолютно простые. И поэтому, именно поэтому, я тебя приглашаю поучаствовать в нашем марафоне. Что для этого нужно? Нужно сказать «хочу принять участие», написать мне, да, под этим видео. Можно самостоятельно зарегистрироваться уже в мою команду, и я тогда обязательно с тобой свяжусь и спрошу тебя, хочешь ли ты научиться делать деньгоприносящие действия. И как всегда, я завершаю свой прямой эфир. И, как всегда, я приглашаю всех в свою команду, самую крутую, самую быстро растущую и с крутыми наставниками, которые ведут до результата за руку. Ну, а теперь всем пока!